отвечаю на ваши вопросы. Я Пол Сунхён Ли, известный как Айра из «Аватара». Тоже люблю делиться мудростью за чаем. Заварите себе чай и присоединяйтесь. Часто борюсь с неуверенностью. Как мне укрепить уверенность? Неуверенность, как облако перед солнцем. Кажется сложно, но вы можете прогнать облака. Недавно чувствую напряжение. Есть ли советы по справлению со стрессом? Спокойно справляйтесь со стрессом, как если бы пили чай. Чайник символизирует терпение. Пусть ваши проблемы настоятся, как чай. После здоровья укрепляется. Как подойти к конфликту с другом, не усугубляя ситуацию? Конфликтуете плавно, как течение реки. Будьте устойчивы, но не настойчивы. Вода со временем разрушает камни, но не закипайте. Мотивации мне сейчас не хватает. Как мне найти силы для стремления к своим целям и увлечениям? Поиск мотивации, как поиск второго носка. Она где-то тут, вероятно, за диваном прокрастинации. Рассматриваю серьезную смену карьеры, но страшно. Как мне подойти к этому решению? А помните, мастер когда-то был катастрофой? Сегодня катастрофа, завтра мастер. Есть советы. Как совмещать работу с личной жизнью и отношениями? Жонглируйте работой и жизнью, как в цирке. Если уронили мяч, поднимите и продолжайте. Недавно потерял кого-то, простите. Как мне справиться с горем и исцелиться? Потеря – тяжелый плащ. Со временем становится частью нас, но не определяет путь. Боюсь потерпеть неудачу в чем-то действительно важном. Как преодолеть этот страх? Смотрите на страх перед неудачей и говорите «не сегодня». Иногда просто взглядов борьба помогает. Бывает сложно ясно мысли излагать. Есть советы по улучшению навыков общения. Представь общение как рецепт. Смешай слушание, понимание, терпение и юмор. Как в шумном мире найти покой? Внутренний покой, как тайный домик на дереве. Нужно подняться по веткам, но вид стоит того. Спасибо за компанию на чаепитии. Мудрость не всегда из сценария. Она в простых моментах нашей жизни. Ответ может быть на дне чашки для чая. Будь здоров и смотри «Аватар. Легенда об Аанге» на Netflix.